Знакомство с регионом участники конференции начали с рабочей встречи, которую провел в Рио губернатор Алексей Русских. Обсудили проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей», инновационные идеи кадровой политики и перспективы сотрудничества. Кроме того, глава региона посоветовал гостям посетить главную достопримечательность Ульяновска – дом-музей Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что кстати, надо сходить, а посмотреть домик, где жил, где его семья жила. Мы проехали. Да, там даже есть беседка, где они чай пили. Вот, там можно посидеть. Я считаю, что каждый человек, который сюда прибывает, конечно, в доме музея должен побывать. Сама конференция проходила в формате интерактивного разговора. Среди спикеров – Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж». Обучением взрослых Мария занимается больше 20 лет. Из столицы она приехала, чтобы раскрыть секрет успешной структуры современных компетенций и профессиональных навыков. Это прежде всего навыки, которые позволяют развивать эмоциональный интеллект. Это эмпатия, это коммуникация, это умение работать в команде, умение мотивировать тех людей, которые идут за тобой, как за лидером. Говоря о компетенциях будущего, мастерское управление «Сенеж» берет за основу критическое мышление, управление здоровьем, аутентичное и женское лидерство. Мария отметила, что в условиях пандемии, с которой пришлось столкнуться каждому, межличностные отношения стали одним из основополагающих. Тему компетенции продолжили ведущие эксперты. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.